Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Hardasset Info. Я вам покажу, как настроить Dugia 61 Pro включить уровень заряда батареи. Чтобы настроить включить уровень заряда батареи, нам будет нужно перейти в настройки, здесь же в настройках перейти в батарея и в самом конце включить уровень заряда батареи. Нажимаем, после чего уровень заряда батареи был включен. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.